Макс в эфире. Повторюсь, минус. Когда заказываешь, допустим, вот эти откосы металлические, они двухметровые, а двери 2.10, и не хватает, допустим, видите, такого кусочка приходится, как мы на террасе делали, вот такой кусочек доделывать, блин. Ну, ничего страшного. Все, здесь замерил, смотрите, там я зарезал. Сейчас, короче, надо достать, вставить такие вот проставочки, как я придумал, вот видите, как я вам говорил, вот. Здесь, видите, вот это наша джипланка. Видите, как он болтается, как, не знаю, как лебедь на пруду. Я проставочку ставлю не сюда, а вовнутрь, и она впритык. Сейчас вы увидите, вообще огонь получается. Вот это мозг, блин. Самое сложное доставать. Любимая работа Женькина. Женька любит сдирать эту клееночку. Сейчас, когда сдирается, вообще будет цвет дверей, капец, смотрите. Ха! Вы не увидите. Мало сделал. Ляпота! Прокладочки, вы такого еще не бачили, это просто знают только профессионалы. Опа! Они не сгниют ничего сюда, ничего падать не будет. Надо будет обрезать, я вас обманул, что мы сделали. Надо будет отпилить кусок. Как раз пилит. Пилит сосед, кстати. Эй, попили мне. Геморроя будет, конечно, много. Что сейчас? Гемор. Гемор. Она сейчас. Там погнулась. Поделюсь, не все хорошо так идет, сейчас поделюсь. Ой, блин. Смотрите, я наложил на эту, как на террасе. На террасе вообще так влезло супер. А здесь, видите, такое уже, блин, это будет видно. Мазафака. Я пока не засовываю до конца, чтобы она дальше не почувствовала. Сейчас сижу, думаю, как сделать так, чтобы она влезла. Или эту потом наверх засунуть. Но вода будет стекать туда. А, какая разница, она будет стекать. Косяк, 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 косяк. Ладненько, сейчас буду думать башкой своей. А в это время...
все подоставал, нашел причину. Вот, кажется, заказывал все одинаковое, да? Вот что она не влезла. Вот этот вот кусок на миллиметр, допустим, больше, вот эта вот часть. Вот это вот. Больше. И та, типа, не налезла на нее. Ну, не подружилась. Как бы тоже, блин, ну заказываешь. Блин, 4 элемента заказывал. Выгните, вы нормально. Что и получилось, я пошел на террасу, посмотрел, у меня точно так же там. Там вообще чпык залезло, классно, блин. Или так совпало просто, что там меньше, а то больше было. Не знаю сейчас, что делать. Потому что у меня таких больше нету. Наверх делать. Вы понимаете, уже я поцарапал. Ну, у меня есть еще такие вот. Это кусок, это на эти я взял элементики. Или наверх делать, чтобы она закрывала. Или под низ. Видите, будет такая ямка. И, или знаете что, или обрезать и попробовать еще такую вырезать и больше. Точно, я, наверное, так сделаю. Пришла мысля с вами. Ну, будет немножко больше кусок. Ну, постараюсь идеально. Сейчас с вами что-нибудь замутим. Я посмотрю сначала на этой старой, вот этой старой, которая уже покоцана. Я ее отпилю. Ну, сейчас отпиливать не буду. А будем экспериментировать на этом кусочке и на этом, который помято. А потом, если получится, я думаю, просто вот эту вот отпилить. Немножко отпилить до уровня, где она заканчивается. Чтобы она туда дальше залезла. И посмотрим. Сбоку как бы не видно. Ну, вы уже будете знать, понятно, кто приедет в гости. То вы туда не смотрите, вы в краску меня не вгоняете. Будем пробовать. Вы что-нибудь понимаете? Я ровным счетом ничего. Такие усики лучше убрать все сразу, потому что потом, блин, как наступишь, они влазят в ногу, и вообще это опасная штука. Возьмем на будущее, я посмотрю вот эту вот. Следующая будет это идти. Оп. Я посмотрю так. Видите, это больше, это, блин, вот сюда налазит. Надо было вот эту вот, которую я взял на, типа как на остатки, надо было ее взять, и эти бы влезли, блин. Блин. Ладно. Видите, как торчит? Насколько она больше. Главное, что интересно, еще вариант есть такой. Вот это вот я хотел перегнуть. Ну, понимаете, если я разогну, перегну, это уже будет... Гэ, блин. Не ругайте меня, что я не в очках там. Блин. Некогда мне очки надевать. Потом пожалеешь. Я знаю, блин. Я такой, покуда что-то не случится, не буду надевать. Ладненько, не в этом суть. Сейчас проверим. Готовы? Вы всегда мне готовы, молодцы.
Три дня спустя. Я не знаю, я еще попробую, видите, как получается. Реально, это не на миллиметр, это на 2 миллиметра больше. Не знаю, я просто здесь потом за силиконе, может. Не так слишком сильно будет видно. Или загну его туда, так загну, возьму так, вобью туда. А так получается, вроде бы, это вытереть. Вроде бы красиво получается. Цвет вообще классный. Ну, это опилки. Они потом смоются и будет красота. Мне нравится. Особенно внизу. Блин, ну ничего не сделаем. Блин, ну капец, блин, это не за меня. Это как аппендикс какой-то. Ладно, плиточка положится, там засиликоню. Если не получится это туда вдавить, я здесь засиликоню, здесь слишком сильно видно не будет. Это потом закрасится. Еще хочу сделать, чтобы оно держалось. Оно как бы и так держится. Здесь отверстие сделаю, такое отверстие сделаю. И туда типа самореза вкручу, а потом здесь черным силиконом засиликоню. Ну да, Женька приедет, я, наверное, у нее спрошу. Хотя я так и буду делать. Типа, не спрошу. Сейчас попробуем. Посмотрим. Ой, это больше. Блин, с окнами вообще проблем не было. Все, сейчас буду отмерять, значит, вторую. Вот эту сторону. И потом вверх. Вверх самый-самый сложный. Но мы справимся. Сначала приставлю, померяю, потом сниму клеенку, потому что сейчас может поцарапаться там. Ну, будем делать по уму, правильно. Блин, ну солнышко классно, блин, ну дубарь капец. Я вам честно слово говорю. Ничего себе! На полной скорости пронесся мимо, как метеор. Ни тебе здрасте, ни до свидания.